Актер Гоша Куценко задолжал судебным приставам 700 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач». По данным Черемушкинского районного суда, сумма долга составила 693 тысячи 207 рублей 37 копеек. Задолженность на актере висит еще с 2014 года. Тогда Куценко стал участником дорожно-транспортного происшествия. Вот то-то и оно. Вот так оно и всегда, когда. А ты думаешь?